Че, поехали дальше? Поехали дальше. Так. Я думаю, что нам нужно, как вариант, отдать груз наш ответственности. Как считаешь? Давай. Или мы будем... Опа. Че, синяко же еще здесь? А, ты бы видел, как он у меня стоял. Да он, а ты здесь откуда? Да, рядом со мной пробегала. Решил познакомиться. Я только что ей вдарил по башке, музыка затихла. Я думал, это у нее из башки музыка. Не, она просто решила, чувак, познакомиться, но я сказал нет, она побежала хотя бы к тебе. Я тоже ее отшил. Так вот, люди отшивают. Я почти эпично ушел от взрыва. Пойдем нам наверх. Блять, я как человек-паук. Еще раз. Спайдермен, Спайдермен. Он что-то там всех важней. Там что-то есть. Там груз, походу. Ну, соберем еще, я думаю. Давай сначала зададим груз. Так. Бжм-бжм-бжм-бжм-бжм-бжм. 20 косарей. 36. Ну, я, видимо, где-то прокакал груз или не взял. Да, когда мы бегали там у Райса. Там груз лежал, ты не брал. Ну, как бы я не могу же груз взять, который я не вижу. Точнее, который ты взял, а я не взял. То есть, если у меня нет груза, я не могу его взять. Продать все ценности, да. Военная винтовка, еще раз военная винтовка, еще противо что-то там, вот это вот, в общем, оружие к чертям продал. К чертям. Оно, конечно, очень крутое. Но я недостоин его, мне так кажется. Ладно, что у нас здесь есть? Все, наверное. Так, исключительный египетский хапеш, 976 урон, блин, охренеть. А почему нельзя снять эти моды с оружия? Можешь, раньше ж можно было? В смысле? Нет. Нельзя было. Да? А если я разберу, например? О, смотри, тут есть коллекции. И можно смотреть, что мы нашли, а что нет. Сейчас покажу. Записки, тут всякие сообщения. Журнал боевых действий. Короче, мы ничего не нашли. 17 из 100 статуй. 17 из 100 статуй? Угу. 100 статуй. Угу. Блин, я вот сейчас жалею, что я прокакал на это говно. Сейчас попробую Эй! Отдай. Не хочу я выбрасывать. Так, да блин. Разобрать. Хотите разобрать этот предмет? Результат будет следующим: один металлическая деталь. Ну ладно, давай попробуем. Так, и нету мода. Так. Чертежи. Чертежи. Так вот, это нас там еще, на всякий случай, если кто-то еще будет спрашивать про то, как там и прочее, на что влияет, грубо говоря, всякие фишки типа яды и прочее. Ну, просто они дают дополнительный урон. И, например, если вы там ударили зомби, но не убили, то через какое-то время он сдохнет. Короче, у меня 1148 урона на великолепном хопише. Нормально, нормально. Not bad. Так, я за грузом. Да-да-да, со всеми познакомлюсь, поздороваюсь и отдам автографы. О, как это было больно. Пошли все вон.
Ладно, подождите чуть-чуть, дайте восстановиться. Оп. Какой наглый. Наглости мне не занимать. Там еще где-то плеватор. Где-то плевака. Надо бы его найти. Что значит где-то? Он наверху. Что значит где-то? Вот я говорю, что значит где-то. Ты видал, да? Видал. Может, ты меня будешь прикрывать все-таки? Я все-таки попробую как-то открыть. Ну, давай. Сзади. Прикрывальщик из вас, молодой человек. Я ногу чесал. Я так и понял, что ты ногу чесал. Сзади! Дэс, уходи! Я не мог бы тебя прикрыть, сори. Ну ты врешь. Сейчас, стой, не трогай только, не стреляй в него. Смотри. Крутой, да? А вот так? Считай, из трех ударов. Давай, открывай. Почти. Кто-то рядом со мной. Нет. Уверен? Не... Да. А если найду? Ищи. А вот это типа не рядом, да? Вот она орала тут. Да, чё она? Она безобидная. Она орала. Блин, сколько мы здесь убили? А я, кстати, не видно было, по-моему. Вот еще один, смотри. Безногие твари. Блин, ну жесть, мы сколько тут убили, кстати. Вот столько сумочек валяется. Хорош стрелять, чувак, это реально слышно очень громко. Классно. Ни хрена не классно. Хорош. Ну хорош, реально, чувак, блин. Нифига не круто. Капец, тут такое героиновое поле. Те только бы об одном думают, да? Так а чё, если мешки такие? Так а чё, если у кого чё болит, тот о том и. Не, ну. Вот-вот. Хорош, чувак, блин. Я убиваю, чё ты не переживай, я же не просто так стреляю. Это можно сделать и без такого убийства. Нет, лучше так. Тут как бы это получается повод тебе на нервы подействовать. Ты не мне на нервы действуешь, а зрителям. Да, ну не. Зрители могут и потише сделать. А так бы они могли не делать тише. И при этом спокойно слушать. Учись думать о людях. Впрочем, кому я говорю, ты это не умеешь. Пошел ты. Так. Ну зашибись, блин. Спрыгнул, называется. Ребят, смотрите, а тут машина есть. Бам! Садись в нее. Там какой-то чувак, которого можно спасти. Или убить, но в любом случае что-то можно сделать. Собственно, чего мы добились, я так и не понял. Я думаю, тот большой чувак на нас зол. Мне тоже так кажется. Ну да ладно. Я главное смотрел, что он на тебя типа смотрит. Воу, как он далеко идет.
Так. Доберитесь до радио. Оу! Что такое? А там, этот пузатый взорвался. А, всего-то. Так, что я могу сказать? Ничего. То, что давай поищем сейчас миссии другие, потому что... Чувак, слышишь, давай поищем миссии другие, потому что это... не беги в канализацию. Чувак! Да я не бегу, надо зону поискать. Может, пойдем туда, где мы еще не были? Ну вот я этого и хочу, как бы. Типа вот в этом углу, например, мы не были, да? Ну, там ну не... да, да, да. Просвечено. Ну мы, представь себе, и в этом не были. Угу. Так, ну... нам надо узнать, что случилось в фан-зоне. Вот давай вот в фан-зону сгоняем, мы там тоже, вот здесь, кстати, не вот были. Вот здесь, смотри, там вот вообще можно далеко-далеко уходить. Куда? Вниз, туда самый. Ну да, да, да. Ну смотри, куда я тебя пропечатал. Там как раз и грибочки рядом лежат. И все, что надо. В общем, пойдем туда тогда. В ту сторону. Так, может, сначала этот угол зачистим? Какой? Ну, вот этот вот, который ближе к нам всего. Ты думаешь, там что-то будет интересное? Ну, вдруг, всякое же может быть. Не, не этот, не этот, Дес. Вот этот. Какой? Я метку поставил. Воу. Нифига себе. Че, первый раз увидел, что они вылезают? Вот конкретно вот, чтобы увидеть, да. Я даже видел, что они из вот этих вот вылезают. А я видел, как... Блин, да мы все равно не туда идем. Нам вот туда. Ну так я обхожу. А че обходить-то, тут спрыгнуть можно. Я помню, там... уже попрыгал вон... так. Там несколько раз. Вон пошел. Блин, там зона. Пошли вон, тут, короче, можно это... стырить. У ребят. What is this shit? А еще. Все? Ой, сейчас бабахнет. Нет, полечи меня, пожалуйста. Спасибо. Так, а еще здесь забег есть, кстати. Ой, я случайно клевет взял за место того, чтобы это взять. Кстати, вот это мачете их выбивает просто. Посмотри на это ужасное мачете. Ужасно жестокое. О, нифига себе, смотри. Смотри. Ловушка. Видел? Где? Вон огонь. Ну я знаю, она вот так вот. Я же говорю, это новый вид ловушки. Типа берешь ее, долбаешь. Что-то у меня не получилось. Но ее выключить-то нельзя, наверное. Да, выключить ее нельзя. Что-то ну она чё, не врубается. Пойдём, проверим, что там. Ну или я проверю и скажу, что там. Не, ну я тоже так-то туда иду. Тут журнал. В смысле? Ну тут внизу журнал. А, там что, пройти можно, что ли? Нет. Вижу. Нас, короче, это, обманули. Не, ну там наверх можно забраться. Ну, пойдем заберемся. Ну, мне кажется, там ничего нету. Не, ну там есть вся... зомби. И это не зомби, кстати говоря, это люди Райса. Один. Ох, нифига тут. Прикольно тут. Поля. Луга. Луга. Я думаю, нас дальше не пустят, да? Почему вот здесь вот все отмечается как точки, 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 точки на карте? Такие. Ну потому что одна моя точка, одна твоя. Не-не-не-не-не-не-не, точки на карте, конкретно под собой вот на карту посмотри. А. Не знаю. Сзади. Че ты за мной бежишь? Я как бы ее слышал. Оу, скоро ночь. Так, оказывается, я только что узнал, что на тап можно менять оружие быстрее. Ну да. Я всегда на колесико менял. О, спасибо. Я чуть в него не влетел. Понятно? Все нормально, все под контролем.
Все под контролем. Бам, ой, я умер. Какой-то звук здесь, как будто где-то газ. Не-не-не, слышь, чувак, все под контролем, ой, я умер. Да. Ой, что-то не то. Че, мы пробежали уже, да? Да, мы пробежали мимо. Давай, сейчас вернемся. Ой, я выжившего убил. Никто ничего не видел. Все нормально. Спасите, да не вопрос. Сейчас убьем только, подожди, да? Оу, я, кстати, увидел в первый раз, как люди Райса открывали сундук. Именно открывали так, да? Да. Прям как мы сидели и открывали. Нормально. Иди сюда, здесь я открыл уже. Блин, я далеко. Ну ладно, всё. Тут какой-то серый чувак. Непонятный. Воу-воу-воу. Иди сюда, чувак, а то исчезнет еще, не дай бог. Я пока отсюда, конечно, не ухожу, но... Ты идешь? Да-да, бегу-бегу. Давай шустрей. Чувак, темнеет, мне сыкотно, давай быстрей. Бегу-бегу. Да где ты там, блин? Я просто реально очень далеко был. Так а нафига ты туда побежал? Я же сказал, идем на метку. Ну я и побежал на свою метку. Да не на твою метку, а на зачистку. Здесь какой-то вход, кстати, есть в канализацию. Может, в канализации что-то интересное есть? Как ты думаешь? Возможно. О, там можно кого-то спасти или что-то сделать, или... О, я нашел зону! Чувак, я нашел зону. И спасти можно снизу. Так, ладно, одного убил, хорошо. Второго тоже. Слушай, ты где там? Чё? Это было красиво. А, да ты же его убил раньше, до того, как я его ударил. Да. И так получилось, короче, что я прыгнул, в воздухе начал крутиться, когда приземлился, типа ударил ему по ноге, и он так, знаешь, так эпично упал, как будто я ему подножку сделал. Ну, красиво, короче. А, жаль, что не я, но красиво. Так, ну чё, в зону? Ночь как раз. Зона парковки. О, как это было больно. Ну что, все готовы? Все готовы увидеть зону? Я не готов! Я не готов! Не ссыкуй, малыш! Мне страшно! 15 тысяч опыт. Ну неплохо, неплохо. Эй, ты куда пошел? А, мне надо нажать принять. Мне надо нажать принять. Убито зомби, очистить гнездо. О, ну это весело. Так, берем, короче, ракеты. Ловите, ребят. Ты думаешь, они здесь будут? Ну толстого я уже встретил. Так что если они здесь будут, я этому не удивлюсь. Подними меня, пожалуйста. Что случилось? Толстячка, что? Толстячка засек. А. Опа, толстый. Блин. И здоровый. Здоровый, здоровый. Здорового-то я убью, это не проблема. Короче, давай ты будешь с дальнобойным толстых убивать, а я буду этих кромсать. Слышь? Да, да, конечно, подходят. Так. А вот так? Ну,
Там сзади еще. Все? В зефире. В шоколаде. Так-то вообще легко. Ну как-то вообще, да, слишком. Даже ЧС не дали. Я зато печеньку нашел. Мой день удался. Есть печенька, жизнь. Ой, слышь, фиолетовая, чувак, откроешь? Давай. Ты у нас спец по открываниям, давай. Пока поищу что-нибудь интересное. Звук вообще весь пропал. Абсолютно. Заглушается. Сейчас вернется. А где? Это когда Q-шку прожимаешь, короче, звук пропадает. Да ладно. Ну вот нажми сейчас Q, и звук такой затих. Кстати, да. Тихо, типа эхо такое. А что, я включил? Ловушку? Нет, я просто включил этот генератор. Ну что ты там открыл? Да. Красавчик. Я так и знал, что ты это скажешь. У меня даже это в голове было. Так, я... Спасибо! Молодец, просто вот. С тебя аптечка. 500 за то, что поднял, и еще 500 за то, что вылечил. Нормально? Так. А меня не вылечишь? Или у тебя аптечек мало? Да я в тебя камнем кину! Че за... What the fuck? Что ты меня кинул? Коробками кидает. Ну дай угадай, от этого не ждал. Ждал. Зря коробку поднял, в лицо мне еще кинул. О, каска. Надо каску. Смотри. Правда, она грязная немножко. Нет, не надо. Продаю кому-нибудь другому. Настройку. Печенька. Какая печенька? Ну я печеньку нашел. А, я тоже. Правда, пул хп. Все, ладно, выходим, я думаю. Эх, да блин, у меня мачете такое убитое просто, знаешь. Загнутое? Не, оно такое, ну как вот, когда много по железу бьешь, например, железом, и оно такое, зубцы уже стесались, и там такие дыры в нем, в лезвии. Ну, посмотри, не знаю, видно у тебя, не видно? Угу. Жесть, короче. Ой. О, нормально. Чё? Это супер-кошка. Да-да-да. Ты прям шутник, я погляжу, да? Ну, как без этого-то? Ну, падай. Опа, как я тебя поймал. Чё-то, кстати, как-то в последнее время нифига не действует... Починка за бесплатно, ну, как тебе сказать, не за бесплатно. А, удача. Да, удача. Нифига не работает. Так, пойдем до конца дойдем, а то мы до конца так и не дошли. Ну, на всякий случай, мало ли. Ну, я, конечно, не думаю, что там что-то будет интересное, но... Ну, есть вероятность. Нашли же зону. Ну да. Так, я вот думаю, ну, наверное, сюда проще переместиться. О, тут сундучок. Че такое? Да я сбил зону. Тут сундучок, я не знаю, обычный, необычный. Вообще никакой. С изолентой и сигаретами. Гвозди! Гвозди! Моя жизнь удалась, все. Я нашел выход, и тут дверь. Я нашел пастик. Запертая. А там город красивый. Ты где? Я открываю страшный сейф, который ты бы никогда в жизни, наверное, не открыл. А то очень сложно было. Здесь я кофе там нашел. Оп! Так. Я промолчу про твой побег. Какой побег? Так, в принципе, мы все сделали, да? Получается. Здесь. Он там внизу, он внизу бегает. А он нас не видит. Бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Надеюсь, ты мне сейчас не будешь мешать его убивать. Кого?
того, кого я хочу убить. Кого ты хочешь убить? Сейчас увидишь. Оу, сзади! Да как-то, собственно, пофигу, в принципе. У меня так-то кошка есть. Но они были слишком близко. Блин, я, короче, кошкой использовал ее в эту, в колокольню в эту, да? Она, короче, никуда не попала, я думал, сейчас меня прихватит, я полечу и шагну, короче, вниз. А она как раз на перезарядке была. Ну, я так удачно на возвышенности упал. Уходим. Ну, я ждал, пока у меня кошка перезарядится из-за тебя. А, ну, бывает. Вау-вау-вау, ты куда? Капец, ассасин. Кто? Да, этот персонаж. Твой или мой? Мой. Скачет вообще дико. Блин, опасно тут по крышам бегать. Бежишь, бежишь, и тут бах, и под тобой ничего нету. Так, только дай мне его застрелить, а то ты все время всех валишь. Кого застрелить? Все, тихо, не мешай. Еще увидеть надо. Готов. А теперь бежим. Кинь туда фонарик. Уже? Нам ткани же нужны. Ну чё, пигуны? Он убегает тут. Ну чё, давай зачищать. У нас выбора-то особого нет. Пигуны, пигунята. Как автомат стреляет. Походу там нормально машиной бомбанул. Не, ну все, ночью, в принципе, мы уже бегунов только так вырубаем. Мне достаточно 3 удара, чтобы я вырубил бегуна. То есть у них где-то 3к хп. Mm-hmm. Ну этого, не бегуна, а здоровяка. Кусак. Я понял. Не знаю какого. Ну, короче, охотник. Ну, да. Хантермен! Хантер! Куда ты? Культяпки свои тянешь. О, давай, слушай, джет здесь нарисовано. Слышь, смотри. Ага. Человек-паук. Человек-паук. Ой, я случайно, короче, убил рядом со мной чувака, даже не знаю о том, что он там находился. Да иди ты. Воу-воу-воу-воу-воу. Я по тебе бью. Так, у меня очень мало хп. Мне это ни хрена не нравится. Воу-воу-воу. Чё там? Нет, беги! Один хп! Так, отлично. Чё, поговорить хотели? Да, на. Такой стелсмен. Человек-паук, человек-паук. С научной точки зрения, человек-паук. А не с научной. Не с научной. Ну вот с научной он человек-паук, а не с научной. Не, ну там как бы есть нормальный человек-паук, а есть научный человек. С точки зрения Человек-паук. Окей, я не буду заострять на этом внимание. Да, ну тебе просто надо видео посмотреть. Ты не видел, поэтому... Воу!
Пошел ты! Оу-оу-оу, меня запинали. Их тут много. Держись. Воу-воу-воу. Эй, ты куда убежал? Вернись! Да тут просто проблема, что меня сейчас закусают к чертям. У меня самого тут хп, сейчас я к тебе прибегу, подожди. Просто мне надо выжить немножко. Постой! Не уходи! Воу-воу-воу. 8 секунд. 7, 6, 5. Не успею, походу. Да ты убежал! Фу, ты меня кинул вообще каким-нибудь. Ты умер, чувак. У меня, говорит, получается поднимать. Тьфу на тебя, да? Ничего не сняли. Мы, походу, тупо очки сбросили за ночь. А я сейчас умер. Вот так тебе и надо. Справедливость вас держит будет. Давай, давай. Да подними, чувак. Ага. Уж ты-то, кстати, можешь. У меня-то ведь нету этих. Все равно очки нам зачислили. Давай, поднимай, 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 поднимай. Фу, блин. Поднимай, 3 секунды, чувак, уже не успеваешь. Да кого они в толп... Ты в самом мясе лежишь, понимаешь? Поэтому я говорю, что твое оружие сильного, такое тяжелое, оно говно. Оно по кругу бьет. Но... Оно говно. Но их слишком много, то есть, понимаешь, они как... Не, вот я говорю тебе, твое оружие вот это вот тяжелое, оно говно, потому что оно бесполезное. Ладно. Почему это? Ну потому обоснуй, что. Обоснуй. Потому что я убиваю с одного раза, а ты, блин, с двух-трех только. А я толпу убиваю с одного раза. 30 штук мне спайк дал, короче. Толпу ты нифига с одного раза не убиваешь, я пробовал. Не выносятся они с первого раза. В смысле? Этим топором все выносится, вот только что. Просто их было реально много, они тут же набегали заново. Да. Однако ж ты умер. 30 штук спайк дал, говорю. Мне вообще ничего не дали из-за тебя. Так а нет, мне спайк 30 штук дали. За что? За этот, за набор. За набор, в смысле, а, часы. Ты знал, что ли? Да. Ну, я ж тут возродился. You won't find better stuff anywhere else. Так. У меня топор сейчас сломается. Я тебе могу свой выкинуть. Не, у меня еще починки-то есть. Ну не хочешь топор на 1100, как хочешь. Не, второй раз не выкинуть. Предлагаю уже. Можешь выкинуть, я подберу, потом поношу. Не, я второй раз уже не предлагаю. Чуть не упал, блин. Так, а где у меня метка-то поставлена? Промазал. Так, у нас вот тут еще задание.